редакція «Новий день» завітала до нашої постійної глядачки Ольги. Ходімо знайомитись! Доброго дня! Доброго. Вікторія! Оля! Це вам! Спасибо! Проходьте! Кожен ранок Ольги починається з програми «Новий день» та її улюбленими ведучими. Особенно больше всего наши всей семьи самые любимые ведущие – это Виктор и Инна. Очень задорные, веселые, всегда какие-то шутки придумывают. Молодцы, у них большое будущее. Привет, мам! Подружжя Кордонець має двох чудових діточок. Улюбленцями всієї родини, як дітей, так і дорослих, є домашні тварини. Господиня родинного гніздечка Ольга завдяки вільному графіку багато часу приділяє розвитку творчих здібностей дітей та догляду за домашніми тваринами. Моей дочке очень хотелось играть на музыкальном инструменте. Мы пошли и записались в музыкальную школу номер 2, и она играет на фортепиано. Мальчик старший немножко, ему 10 лет. И он как мужчина, у него мужские увлечения, он занимается тяжелой атлетикой, вот, качает мышцы, вообще каждый раз приходит с тренировки, говорит: мама, я сегодня побил новый рекорд, поднял еще больше килограмм, и говорю: Дима, ты скоро будешь меня поднимать. 3 роки тому цілеспрямована жінка, маючи стартовий капітал усього 1500 гривень, сама відкрила власний інтернет-магазин одягу, який дотепер успішно працює. Теперь это более-менее приносящий доход магазин, который может мне там обеспечить легко отдых и в Карпатах, и на море. Вот. Я могу уделять достаточно времени своим детям, они у меня ходят на всевозможные кружки. В цій сім'ї ніколи не буває сумно. Загальна улюблениця Джесі з'явилася в родині не випадково. Це Лізочина давня мрія. С года в год она Деду Морозу писала все время: хочу собаку, Святому Николаю писала. Ей Дед Мороз, Святому Николаю не раз дарили игрушечных собак, но все это не прокатывало, не подходило ей. Вот. Потом она решила следующий способ испытать. Она комнату обвешала своими всевозможными рисунками и работами про собак. Она папе в каждый карман писала записку: папа, хочу собаку. Папа приходит на работу, тут хочу собаку, там. И каждый раз вот где-то он кушает, открывает стол, там хочу собаку. И все-таки она своего добилась. На прощание Лиза влаштувала невеличкий концерт. Специально для программы «Новый день» я вам сыграю этюд.